Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish 2010 года в черном цвете с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 144 лошадиные силы, АКПП, передний привод, имеется спойлер, камера заднего вида. Автомобиль на литых дисках хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, пробег 157 тысяч километров. По салону красивый темный ухоженный салон. Ткань непрокуренный, три ряда сидений, имеется кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, спорт, эко-режим, подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, система курсовой устойчивости, корректор фар, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника.